У меня 41 год, но у меня все хорошо. Я бы даже сказала, отлично. Потому что я недавно первый раз в жизни ходила на свидание. Да. Это реально достижение. Потому что задумайтесь, к 41 году остается мало того, что ты уже делаешь первый раз, да? И все эти первые разы, они такие нерадостные. Они такие больше. Первое КГ. Первое САБО, да? Первое ЛЕЧО. Вот ЭКГ, САБО и ЛЕЧО. Три всадника климакса. Что, дала ли я после первого свидания? Конечно, нет. Я дала до.